Rusya ordusunun hücum brigadasının kapitanı Mikhail və Yefreytor Kasatkin Ukrayna ordusuna əsir düşüb. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı Valeri Zalujni məlumat yayıb. Zalujni əsirlərin video görüntülərini sosial şəbəkələrdə paylaşıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Нихуя, все заново. Я. Я гвардии капитан Дикоев, Полин Русланович. Вообще говорит. 2-5-5-9-8-8-1. 11-я бригада. Восковая часть 32-3. Бригада чего 11? ВДВ. Ты кто? Я Касаткин Натан Юрьевич. Личный номер МТ-19-16-74. Ефрейтор. 3-й десант 6-й рот. 11-й отдельный гвардейский десант 6-й бригады. Какую вы получили задачу? Привлекались на учениях, отрабатывали. Где привлекались на учениях? В Крыму. В Крыму. Отрабатывали что? Отрабатывали оттаскивание раненых и сходя, ну, всякие такие моменты. По первой команде, которую нам доводили, по ним и работали. Понял. Где была загрузка десанта? В Крыму. В поле где? Ну там конкретно нет обозначения какого-то. Просто поле и все. Понял. Задача какая была? Захватить так же, что? Также продолжаем учение. Знал, куда летишь? Нет. Ты знал, куда летишь? Нет. Когда уже высадился на Украину, знал, куда летишь? Нет. Понял? Еще не, ну, вообще еще не 64 даже не понимали, где мы. Понятно. Хотя бы, ну, заправка. Командир части. У нас? Нет, блядь, у нас. Полков. Я не знаю командира части. Командира, командира батальона. Сорокин Денис. Отчество не помню, честно, врать не буду. Понял.